На минуточку, здесь мероприятие. Это вообще-то у меня здесь мероприятие. Так, укрупняемся. Этот кадр снят. Будет хохотать здесь. Снимается 517 сезон сериала «Кухня». Вот все те же герои, ну, уже постаревшие, потрепанные. Но из любви к деньгам держимся пока. Тут происходит два мероприятия в одном. Одно устраивает Дима Нагиев, а другое устраиваю я. У нас в ресторане два банкета. Один радостный, другой печальный. Это случилось... естественно, не запланировано. И вокруг этой встречи двух настроений и происходит катастрофа. Шутим сегодня об этом. Друзья, давайте как-то мирно разрешим это недоразумение. Ну, я не против. Вот. Но если вы не против, вы и уходите. Сами уходите. Но я доволен, потому что это одна из немногих сцен, где я не ем какашки, где на меня не писают с потолка. Вот, где я хожу в костюме, а не без трусов. Вот. Поэтому мне эта сцена нравится. Сдерживаю, меня все время гасят, чтобы я меньше реакцию, оценку играла как актриса. А я не могу. У меня от Подкаминской вырывается вопль ужаса. Я никак не могу справиться со своим природным, видимо, страхом больших острых ножей. Ну ладно, да подожди! Я случайно. Осторожно, зажми. Пойдем. И Беляр, и Вдова ссорятся. И тут мы пытаемся выяснить, кто прав, кто виноват. Сегодня у нас такая большая съемка. Тебя зовут уже, видите? Да. Остальные прячемся. Извините. Приготовили съемки.